Всем привет, дорогие друзья! Сегодня прекрасный солнечный день зимний. Мы находимся недалеко от Петергофа, от фонтанов. И перед нами Шинкарский пруд. Это часть водопроводящей системы петергофских фонтанов. Здесь вода накапливается. Вот система обходных каналов имеется. Ну и совсем рядышком находится тоже часть вот этой гидротехнической системы, куда мы сейчас отправимся. Итак, здесь небольшая развилка у Петергофского канала. Сейчас видно место, куда идет сброс воды в речку Стрелку. Ну а это непосредственно Петергофский канал идет, который уже питает накопительные пруды, подводящие воду к фонтанам Петергофа. И сейчас, конечно, сюда воды поступает немного, в зимний период фонтаны отключены. Очень хорошо сейчас, кстати, видно, что, вот, например, труба, да, которая проходит над каналом, сделана так, чтобы вода с дороги не попадала в эту петергофскую воду, которая идет непосредственно фонтаны. Ну а совсем рядышком находится вот сброс в речку Стрелку. Это сейчас такой мощный поток. Выглядит как настоящая горная река. Ну а я напомню, что система питания петергофских фонтанов действительно уникальная. Это памятник инженерной мысли. Создано это все было еще во времена Петра Великого. Наш первый инженер-гидравлик Василий Туволков создавал петергофские водоводы. Они многократно, конечно, модернизировались, видоизменялись полностью. Законченный вид водовод петергофский принял уже во времена Николая Павловича, Николая I, к середине 19 века, когда инженером Пилсудским уже полностью была завершена работа по созданию водопроводящей системы Петергофа. Ну и все фонтаны работают по принципу самотека, без насосов. Вот такая вот замечательная вещь. Эти места, где мы сейчас находимся, конечно, не показывают во время обычных экскурсий, но посетить их тоже можно, они интересны. Рядышком находится деревня Низина, где дворец Бельведер совершенно замечательный, и множество других интересных вещей. Так что приезжайте в Петербург и в Петергоф.